Я думаю, если все мои социальные сети вдруг неожиданно в один день выключить, думаю, жизнь процентов на 50 моя изменится, потому что моя работа, моя деятельность, она частично связана с тем, что в социальных сетях я выкладываю определенную информацию, я высказываю свое мнение. У меня есть аудитория, с которой я общаюсь, там, которая меня поддерживает или, наоборот, негативно относится. Но негативное отношение – это тоже отношение. Оно дает мне понять, какое настроение, допустим, сейчас у населения. То есть какие идеи они поддерживают, какие не поддерживают. Поэтому мы уже все просто завязаны на сетях, на интернете. В эпоху, опять-таки, информационной войны мы каждый день должны быть в курсе того, что происходит. А сети и интернет – как раз один из источников и один из средств и методов формирования общественного мнения.